В 9 муниципалитетах Подмосковья дополнительно отремонтируют 12 отделений Почты России. Региональное правительство выделяет специальный грант в размере более 36,5 миллионов рублей. Среди этих почтовых офисов два находятся в Одинцовском городском округе. На улице Чистяковой, дом 40, и в поселке Барвиха, дом 3. Ремонтные работы в этих отделениях должны завершиться до конца 2021 года.